Всем привет! Сегодня у меня для вас распаковка одной посылочки с AliExpress. На самом деле я уже открыла и знаю, что находится внутри данной посылки. Пока достаю, вы уже, наверное, по названию поняли, здесь у меня мужские кроссовки. Посылка ко мне пришла быстро, недели за 2,5, трек номер отслеживался. Давайте посмотрим, что входит в комплект. Заказывала данные посылки по отзывам. Там многие писали, что в комплекте также идут носочки, пластины какие-то для бега. Да, я вижу, что-то еще здесь идет. И, конечно же, сами кроссовки. Так, в одном я нашла носки, я так понимаю. В другом я нашла пластины. Размер кроссовок 41, длина стопы 25,5 сантиметров, и на данный размер я заказывала по таблице размер номер 8. Вообще размер в размер совпадает, говорю это так, как мы уже данные кроссовки открыли, примерили. У продавца также были различные расцветки, но понравились черные, поэтому мы решили взять их. Фирма Onimix. Вообще, я так поняла, это фирменные кроссовки. Они супер легкие, несмотря на то, что кажутся очень массивными. Также я вижу, на кроссовках имеется вот такая вот бирочка. Тут у нас что-то нарисовано. Когда открыла посылку, я ощутила не совсем приятный запах клея. Я думала, что он не выветрится, но после того, как вскрыла посылочку, через некоторое время аромат улетучился. И как мы видим, верх очень тонкий, мягкий. И на самом деле кроссовки супер дышащие. Должны быть за счет этого, как бы там у продавца так и указано. Обязательно покажу, как эти кроссовки смотрятся в деле, как они на ноге, и расскажу ощущения своего супруга. Как бы дам ему их надеть, походить, протестировать немножко, и уже позже добавлю и скажу вам, как эти кроссовки, понравились, не понравились. Ну, давайте пока оценим внешний вид. Снизу кроссовки у нас выполнены вот таким образом. Смотрите, здесь у нас какая-то дырочка. Здесь резиновая штука, немного отличающаяся от самой подошвы. Подошва супер мягкая, я ее даже вот так вот пальцем могу сжать. На самом деле хорошо гнутся, и сверху они очень мягкие, сзади пятку у них жесткая, и это даже будет хорошо, как бы способствует тому, чтобы они были в носке более комфортными. Также имеется язычок, это плюс, так как я люблю, когда есть такие язычки на кроссовках, очень удобно в таком случае их надевать, особенно когда у вас есть длинные ногти. Ну, как бы моему супругу это не грозит, длинные ногти, но тем не менее это способствует лучшему надеванию. Кроссовок первый выполнен довольно-таки аккуратно. Да, немножечко выходит клей, я вижу, за край. Ну, как бы как он? Если вот сильно приглядываться, что ли. Так, я бы не сказала, что есть какие-то недочеты. Для себя я здесь недочетов не вижу. Как по мне, кроссовки выполнены очень аккуратно. По крайней мере, первый кроссовок. Сейчас еще второй посмотрим, как он. На кроссовках имеются вот такие шнурочки желтыми наконечниками, скажем так. Везде имеется эмблема. Язычок тоже супер тоненький, мягонький. Я не знаю, как вам показать, но на самом деле очень мягкий, такой эластичный. И вот так выглядит второй кроссовок. Смотрите, рисунки отличаются на кроссовках. Прикольно. Очень даже прикольно. И так понимаю, здесь трасса. Можно типа бегать. Также второй кроссовок выполнен аналогичным образом. Тоже резиновые подушечки, мягкая подошва. Здесь клей нигде не выглядывает, ничего нигде. Все аккуратненько, мне нравится. Тоже шнурочки. И давайте расскажу, что за пластины, с чем их едят. Вообще данные пластины, они сделаны из пластмассы и предназначены для того, чтобы защищать стопу при беге и способствуют правильному положению стопы во время бега, что как бы позволяет носить обувь намного дольше, чем обычно, и нога не будет уставать, и также фиксирует стопу как нужно. Такая идея данных пластин, но не знаю, первый раз я данные пластины вижу, вообще сама ничем подобным не пользовалась. И интересно, на самом ли деле это так. Хотя у продавца был даже отзыв, кто-то писал там, что не все кроссовки подходят, а эти очень даже понравились, и благодаря пластинам человек может носить дольше. Не знаю, так ли это. Размерчик тут 41-42 указан. Я боюсь, если честно, их сломать, поэтому лишний раз туда-сюда не гну. Вторая, это у нас такая вот баночка. Здесь у нас, я так понимаю, носочки, которые продавец положил в подарок. Также имеется какая-то бумажка. Баночка, кстати, очень прикольная, вот, с рисуночками, я думаю, вам видно. Бумажка просто вот такая вот, обычная, не имеющая никакой
функциональности. Ну, как бы тут написаны какие-то данные, но, по сути, тут на русском ничего нет. И, в принципе, особо-то и не нужно. Носочки в комплект идут низенькие, такие коротенькие. Не знаю, будет ли у меня носить их супруг. Он не особо любит такие короткие. Скорее всего, их буду носить я. И также они с эмблемой магазина. Oni Mix. One Mix. Кто как называет. One Mix, наверное, все-таки не Oni Mix, а One Mix. Хотя... кто как. Также сверху у них что-то по типу сеточки. Я думаю, вам видно, моя рука просвечивает, а пятка более усиленная, чтобы она не стиралась. Ну, как бы обычно пятка и мысочек быстрее выходят из строя, а все остальное служит намного дольше. И, конечно же, как обещала, показываю вам то, как кроссовки смотрятся в деле. Спросила у супруга, удобные они или нет. На самом деле в кроссовках очень удобно и комфортно. Они супер легкие, дышащие, ноги в них вообще не потеют. Можно даже сказать, не устают. Пластины мы, конечно, не тестировали. Про них ничего сказать не могу. Супруг отказался их тестировать. Но сами кроссовки он не снимает. Носит их регулярно. И они ему очень-очень нравятся. После того, как супруг начал пользоваться регулярно кроссовками, запах клея окончательно улетучился. И он больше не остался. Мы его как бы не ощутили. Но первое время он был очень-очень даже ярко выраженный. Подошва у данных кроссовок с хорошей амортизацией. Даже при ходьбе на неровной поверхности или при беге на неровной поверхности ноги вообще не устают и не чувствуются какие-либо кочки, неровности. Как-то все это поглощается, и находиться в данной обуви очень комфортно. Ну и на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались вопросы, то спрашивайте, я с удовольствием вам отвечу. Также ссылочку на данные кроссовочки я оставлю в описании под видео. Если они вам приглянулись, понравились, то проходите, смотрите более подробно. Как я уже сказала, у продавца имеются различные размеры. Размерная сетка совпадает. Мы смотрели согласно таблице по длине стопы. У продавца имеются другие расцветочки. Там есть и белые, и зеленые, и вообще любые, какие хотите. Очень много расцветочек. В данном случае черные кроссовки 8 размера. На наши 41 я выбрала размер 8 по таблице продавца. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Я буду знать, что я не зря стараюсь. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.